Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и, наверное, каждый из нас сталкивался с такой проблемой, как сон. Сон — это довольно-таки классная вещь, но как заснуть, если ты еще не съел все вкусняшки в квартире, не посмотрел все видеоролики, не дочитал книгу, а еще постоянные мысли о каких-то бредовых вещах? Интересно, а пила ли я молоко одной и той же коровы несколько раз? Ах да, я совсем забыла. Мне ложиться вовремя постоянно мешают социальные сети. Каждые 5 минут обновляю ленту, чтобы увидеть что-то новое и интересное. В 2 часа ночи! А еще все эти странные звуки во тьме. Странная штука, сон. Почему-то он приходит ко мне далеко не ночью, а в общественном транспорте. Ну что ж, я поведала все свои проблемы, касаемые сна, а вы пишите свои в комментариях. А с вами была я, Ксения Кузнецова. Всем сладких снов. Нам так хорошо с тобой вдвоем, пусть нам завидует весь дом. Нам так хорошо вдвоем не спать, ты целый мир для меня кровать. Нам так хорошо с тобой вдвоем, пусть нам завидует весь дом. Нам так хорошо вдвоем не спать и на соседей наплевать.